Привет, друзья! Мы в Дома-баре. Со мной Павел Лихорад, я Митяй. Там за камерой маячит Михаил. Зачем руками машет? Собака. Собака пишет. Кстати, про собаку. Выезжал. О, про собаку! Мы будем рассказывать про коктейль, который называется Salty Dog. Соленый пес, соленая собака. Ну, насколько я прочитал в некоторых интернетах, коктейль был придуман в штате Техас игроками в техасский покер. Но это одна из версий, опять же, я не претендую на первоисточник, да. Игроками в техасский покер, которые познакомились с русскими, у которых была водка, и в итоге у техасцев был грейпфрутовый сок, они смешали. Еще где-то я читал, что почему-то будет очень интересный момент, это солевая окантовка, солевой круст на бокале. Так как русские, у которых была водка, были моряками, это им напоминало вкус соленой воды и запах моря. Но, опять же, я не претендую на первоисточники. Но, в общем, история такая, что в Техасе игроками в техасский покер с помощью русских моряков, водки, грейпфрутов и соли был создан коктейль «Соленая собака». А почему «Соленая собака»? Тоже говорят, что это было связано с Техасом, потому что раздавался вой койотов, которые напоминали русским вой собак. В общем, не знаю, если это Миша вырежет, он будет абсолютно прав. Так, друзья, Павел Лихорад, «Соленая собака». Значит, для приготовления нам понадобится высокий бокал, да, в нашем случае это харикейн, но это может быть любой высокий бокал, который у вас есть дома. Значит, для приготовления нам понадобится водка, но перед тем, как налить водку, нам нужно сделать соленую каемку, да, то, что у нас заявлено в названии. Значит, края бокала аккуратненько смачиваем соком от грейпфрута и ровненько опускаем соль. Да, у нас получится вот такая каемочка. Убрали. Наполняем наш бокал льдом. Наливаем туда порцию водки, да, где-то 50 мл, хотя порция водки у всех своя. Доливаем это все грейпфрутовым соком. Порядка 100 мл, ну, 1-2, да. И украшаем это все большой долькой свежего грейпфрута. И пьем мы этот коктейль без трубочек, да, чтобы вот был вот именно вкус соли, водки и грейпфрута. Наш коктейль готов. Ну что ж, друзья, приходите в Дома-бар, угощайтесь соленой собакой, общайтесь с Павлом Лихорадом. Нас смотрите на barcook.ru. Хороших выходных. Теперь забыли собак. Ага.